Доппелгангер. Паша врывается, никого не находит. У Крита очень такая позиция опасная. Выходит Артизи. Статик Шторм. Закрывают, закрывают Фантомарсера. Можно быстро его убить. Убивает, правда, также падает завтра. Но это не страшно. Дум висит на снайпере. У снайпера абсолютно на это наплевать. Он просто стоит и бьет. В этом нет никакого смысла. Уже минус 3. Фир пытается пробить снайпера. Да, как мы видим, никакого смысла абсолютно кастовать ультимейт снайпера нет. Паша живет, и ультракил для Ноуана. В размен на одного.